Я умею менять цвет глаз. Хочу зеленые, хочу голубые. И это не линзы. Вы знаете, что те девушки, у которых глаза серого цвета, серо-зеленые или серо-голубые, мы очень здорово можем в зависимости от настроения менять цвет глаз в тот или иной оттенок. Итак, опять же, берем ручку и записываем. Если глаза серо-зеленые, и я очень хочу, чтобы зеленый цвет стал более сочный, поэтому нужно использовать противоположный зеленому цвету цвета. Это может быть фиолетовый, это может быть винный оттенок, это может быть розовый, это может быть синий-фиолетовый. То есть любая холодная гамма, она будет усиливать цвет радужки. Как я люблю, самый мой любимый уже, наверное, многие знают, это нюансный макияж. Поэтому, когда делается карандаш, межресничная прорисовка ярко фиолетовым цветом, то между ресницами фиолетовый цвет становится более спокойный, и поэтому он так не считывается, но вот этот отлив дает усиление зеленому цвету в радужке. Если использовать темно-фиолетовую тушь, то это еще больше усиливает цвет радужки, именно зеленый пигмент. Также, если, например, вы не хотите ни фиолетовый, ни стрелка, ни ресницы, то это могут быть, как ни странно, но розовые румяна. Если розовый румянец вы нанесете, и он находится, конечно же, недалеко от глаз, таким образом получается, что вот этот розовый будет усиливать зеленый пигмент в глазах. Также цвет губ. Если губы будут нежно-розового, ярко-розового цвета, опять же, этот цвет будет контрастировать и усиливать зеленый пигмент в глазах. Но при этом, если я надену одежду и около лица у меня будет зеленый цвет, то зеленый цвет в одежде, он будет отражаться в глазах, и цвет радужки будет смотреться более сочным. Я очень часто, у меня серо-зеленые глаза, очень часто замечаю как раз, когда мне делают комплименты, говорят, какие у тебя зеленые глаза. Это когда я использую темно-фиолетовую тушь, фиолетовый карандаш, фиолетовые тени я не очень люблю в последнее время, тени коричневые, розовые румяна, розовые губы, и если еще зеленый цвет в одежде, все, вау, у меня глаза светится просто, знаете, даже, я бы сказала, таким изумрудным цветом. Поэтому, если у вас глаза серые, серо-зеленые или серо-голубые, или голубые в том числе, то если вы будете использовать вот эти цвета, то вы увидите, что даже девушки, у кого голубые глаза, они у вас станут просто бирюзовые. Это так красиво. Попробуйте, вы увидите результат.